Я тебя приветствую на этой практике медитации по собиранию целостности своего маленького ребенка. Для этого тебе нужно сейчас сесть и расслабиться. Сделать глубокий вдох и выдох. Почувствовать себя. Можешь потрогать себя, что-то поправить в себе. Знаешь, ну, приготовься. Приготовься к встрече со своим внутренним ребенком. И это не просто твой внутренний ребенок. Твой ребенок, который потерял все свои части. Который нецелостный. Да? И сейчас что мы с тобой сделаем? Мы закроем с тобой глазки, и я вместе с тобой. И начнем с тобой делать. Не скрещивая ни ноги, ни руки. Желательно, чтобы твоя спинка была прямая. Делай еще глубокий вдох и выдох. Можешь еще подышать. Да. Побудь с собой. И мы ставим намерение восстановить целостность своего внутреннего ребенка. И представь, что мы с тобой идем. Можем все вместе идти и искать своих детей. Мы сейчас идем с тобой за ручку. Мы с тобой веселимся, смеемся. Да, потому что мы довольны. Мы идем за своими детьми. И мы подходим к дому. Это может быть садик, это может быть детский дом. Да, у кого-то это может быть детский дом. Возможно, тебе говорили в детстве, что тебя отдадут в детдом. В детский дом. И это твой блок. Представляешь? И мы сейчас подходим. У тебя может быть свое здание, где сейчас наши дети. Ты просто видишь своих детей. Представь, что ты забираешь своего ребеночка, он видит тебя, ты его встречаешь, обнимаешься с ним. Представь какие-то ощущения, как ты его берешь на ручки, как он тебя обнимает за твою шею, как он тебя долго ждал. И эта часть, посмотри, какая часть этого ребенка, мальчик или девочка, потому что во внутреннем ребенке есть много частей. Тебе может быть сейчас приходить очень много. Ты можешь забрать несколько детей, своих детей, истинных детей. Бери чужих, бери своих. Мальчик, девочка. Кто тебе идет? И дальше мы с тобой идем в магазин. Там забыли ребеночка маленького. Мы его соединяемся, он плачет, весь испуган, напуган. Мы его забираем. Тем самым мы вымещаем эти блоки и благодарностью их отпускаем. Отпускаем блоки и убеждения, которые нас пугали из детства, что нас дадут в детский дом, что нас бросят в магазине, что нас отдадут цыганам. И если у вас есть такое, вы можете тоже к ним подойти. Какие блоки у вас сейчас всплывают, вы к ним и идите. У цыгане, значит, забираем ребеночка у цыгане. Если вас потеряли на рынке, забираем ребеночка на рынке. Своего ребеночка забираем. И так у вас очень много детей становится. Очень много. И вы собираете. И они идут с вами. Кто-то вытирает свои слезы уже. Кто-то прыгает рядом с вами. Вы идете за следующим. И один ребеночек у вас закрыт в черный темный. Возможно, под кроватью. И это тоже ваш ребенок. И этот ребенок тьмы, темноты. В темноте. И мы его забираем, потому что это твой ребенок. Ты заходишь в эту комнату, может быть, заглядываешь под кровать. Тебе страшно? Но ты уже взрослый, не бойся. Ты просто пришел забрать свое. Пришел восстановиться, восстановить своего внутреннего ребенка. Ты собираешь части своих детей, ты собираешь их в единое целое
здесь и сейчас. У нас все едино, и прошлое, и будущее, и настоящее мы здесь. И ты стоишь в комнате. Включи свой свет. В груди включай свой фонарик и свети. И он сидит у тебя прямо в дальнем темном углу. Возможно, он трясется, плачет, боится, дикарь. Его кто-то напугал. И ты его можешь позвать. Ты можешь ему рассказать, как ты его любишь. И что без него ты не можешь быть цельной. Что он тебе нужен. И он нужен тебе. Забирай его. Забирай. И ты его ведешь. Ты его берешь. Но он привык к темноте, он любит. И пусть он будет такой, это его часть. Это часть твоего внутреннего ребенка. И давай с тобой еще сейчас понаблюдаем, какие блоки из детства могли разорвать целостность твоего внутреннего ребенка. Возможно, твой маленький ребенок боялся кладбищ. Давай подойдем вместе. Собирай своего внутреннего ребенка, того, кто боялся. Собирай все свои части, ходи, сходи к цыгане, сходи туда, где ты боишься. Походи по всем частям, и ты своей волшебной палочкой, своим добрым сердцем, своим светом и своей тьмой собираешь воедино своего внутреннего ребенка из всех частей, которые когда-то где-то ты растеряла, потеряла, отдала, отняли, заблокировали. Ты возвращаешь себе своего внутреннего цельного ребенка здесь и сейчас. И ты смотришь, как эти части, эти дети кружатся. Кружатся. И они закруживаются в единое целое. В единое целое. Их может быть много, может быть мало. Все зависит от тебя. И ты видишь, как перед тобой встает твой внутренний ребенок цельный. Ты берешь его за руку и говоришь ему, что вы теперь вместе, что твой внутренний ребенок восстановлен полностью, все его части соединены в него. Почувствуй на теле, что ты чувствуешь. Какой части ты чувствуешь наполненность? Соединяйся с ним. И мы встраиваем каждый своего внутреннего, цельного, целостного ребенка вместе со светом и тьмой, вместе со всем, все, что у него было. Он цельный. Встраиваем его в свой внутренний мир. Можешь почувствовать, куда ты его встроил. Можешь побыть в этом состоянии еще или походить еще, пособирать. Я тебя благодарю за эту практику. Ты большая молодец. Я буду ждать твоих впечатлений, твоих чувств, твоих эмоций. Что ты испытал? Как ты себя почувствовал?